Сегодня 16 июня, среда. Вот мы идем, улица Офицерская. Такая замечательная, тихая улица. Звучат колокола в мужском монастыре. Это наша обычная дорога с моря. Такие замечательный орех. С утра и ночью прошел дождик. Улицы чистые, помыты дождиком. Очень красивое небо сегодня. Такое лазурное было на море. Вот такие чудесные, красивые дома. Переулочки. Ухоженная улица, ухоженные дома. Ну, какой симпатичный дом. В этом году такие обильные дожди. И такая же обильная зелень. Будем надеяться, что будет хороший урожай. Березки такие замечательные стоят. Очень много розочек красивых у домов, разных цветов, ярко-красных. Там дальше розовые будут. Вот еще орех. Еще такие красивые дома. Приятно идти по этой улице всегда. Тут тихо, мало машин. С утра был дождик, но потом вышло солнце. Было очень тепло, замечательная погода. На завтра обещают дождь, и в пятницу тоже. Посмотрим, насколько оправдается прогноз. Маков много. Солнышко спряталось за тучи, но очень приятно. Тепло, не жарко. Отличная погода для прогулки к морю. Говорят, что одесситы редко ходят на море, но мы часто ходим. Мы очень любим море.
Но всегда красивое небо и море в любую погоду. Тоже вот замечательный дом, очень красивый.